В смысле, не имею? Вы не имеете заходить на участок и фотографировать. Каким документом вы руководствуетесь? Ну, каким документом? Имеет пресса заходить на участок и фотографировать право? Ну, вы что, сами как председатель не можете сослаться на какой закон, на какую статью? Но пресса от них, а вы почему здесь фотографируете все это? От кого? Пресса вообще от кого? На какой пункт закона о выборах? Так, у вас есть панорама? Вы на что ссылаетесь сейчас, когда запрещаете? Ну, потому что вы ходите и все снимаете. А что такое? Вы мешаете просто-напросто. А, мешаем? Конечно, мешаете. То есть это не нарушение закона? Не нарушение, но вы мешаете вести этот... То, что это не нарушение, мы зафиксируем. Это не нарушение, но зато вы мешаете голосовать людям. Потому что вы их снимаете. Кому-то это не нравится. Ну, Айман Жумагалин, вы не волнуйтесь, мы не собираемся ничего портить. Я не волнуюсь, не волнуюсь. И так далее. Мы просто делаем свою работу. Хорошо. Не понял. Аккредитация редакции на имя на этом участке у вас есть? А у кого мы должны аккредитироваться? Вы значит, должны взять у вас от редакции, аккредитация должна быть. Скажите, кто вас консультирует там? Юрист консультирует. Ну, закон 20-я статья. Приедет сюда и пусть нам скажет, что это такое. Сюда. Не, вы у неизвестного человека получаете консультации какие-то? Что происходит вообще? Какая статья 20-я? Здесь нет. 20-я статья закона о выборах. Покажите мне ее. Можете процитировать? Он фотографирует, он все снимает. А у вас нет этого. Где у вас есть список аккредитованных? В списке вы приносите с ними сразу, говорите, вот у меня аккредитация, вот у них у всех есть. Есть же у вас бумажки? Нет, он наблюдатель, я наблюдатель. У вас должна быть от редакции, от аккредитации, что вы отправляетесь на этот участок для того, чтобы участвовать в выборах. От редакции не дается аккредитация, от редакции дается редакционное задание. Но вы не имеете права приходить. Я не могу самому себе дать. Но вы не имеете права сюда приходить. Вы так и не процитировали мне, могли. Каким законом вы руководствуетесь. Как вы, подготовились? Да. Вы, какая вы молодец. Смотрите, вот у вас идет редакция, по одному наблюдает каждый. Нет, от с самого начала прочитайте, пожалуйста, вот, пожалуйста, что там в говорит. День голосования, с момента открытия избирательного участка для голосования, до установления результатов и при подсчете одновременно присутствует одному доверенному и по одному представителю от каждого средства массовой информации при наличии служебного удостоверения и задания редакции. У вас есть задание редакции? Нет, да, задания редакции. Говорю, я редактор. Значит, вы сами себе должны написать были удостоверение с печатью совсем заверить от редакции. У вас его нет, как такового. Вот, пожалуйста, читайте. А что за закон это? Закон о выборах, пожалуйста. Закон о выборах Республики Казахстан, статья 20, пункт 8. Точно не старая версия? Нет. 2009 года? Ну, какого у нас еще? 7 года у нас есть, 8-го, 9-го года. Вы это не то, уточните по телефону, точно это не узнаете? Этот же, все, вот этот полностью. То есть человек по телефону вам подтвердил да, это? Да, есть... все это подтвердил. А вот, пожалуйста, с юристом. С каким юристом? Это не имеет значения. Как не имеет значения? Вы что, все, с юристами? Вы прочитали закон? Вы прочитали закон? Вы прочитали закон? Нет, с кем вы консультировались? Вы прочитали закон? Я прочитал. Все. Мне просто любопытно, кто вам подсказал это? Я имею право не отвечать на это.